Вот кто меня встречает, да, маленькая моя шупа, ты моя сладкая такая, моя девочка, да, моржик мой сладкий, да. Маленькая Шуня, да, маленькая, да, Шунечка. Любишь меня сильно, да ведь, моржик мой. Да, все, моя хорошая, моя Шуня. Всем привет. Всем привет. Привет. Вот мы приехали, здесь Андрей с хозяйством отлично справился. Да, сейчас мы вам все будем нормально. Все это дело показывать, как тут дела обстоят, что здесь происходит. Приехали мы еще вчера, сил просто не было, приехали в 4 утра. Мы замерзли очень сильно, там с машиной проблемы были и так далее, и... Ну, как-то так, в общем, все получилось. А так, Андрей, как у тебя здесь дела были? У меня все отлично. Андрей тоже скидывал ролики, нам показывал. Вот. А так, как бы бодрячком понравилось тебе в деревне? О. В общем, мы на позитиве, продолжаем тут работать. А вы сейчас все увидите. Поехали. Какая дверь появилась? Так. Андрей тут хозяйничает, всем сено раздает. Да, раздаем, собираем. Ой-ой-ой-ой-ой. Это лошадкам собирает. Одна козочка вон у нас поплохела, надо с ней разбираться. Ну, вроде кушает, ничего. Сразу видно, что вот эти сытые, а вот эти вот... Вот эти уже нет, потому что вот эта мадам поносит, и молока у нее мало. Охоту теперь надо проверять. Все со всеми, в общем, нормально. Все живы-здоровы. Ты много положил? А новое положил? Да, а это лошадка, да? Директор на месте. Директор поправился, тут его чем только не кормили. Конечно, покажи, у него все стоит. Покажи, тут слово поправишь. Покупное молоко. У него тут первое, второе, третье. Да, корм. Это сода была. Нормально, в общем, его. А похолодало, и он теперь этот... Он отсюда не уходит, потому что похолодало. А летом он этот уходил. Да? Хороший. Сиди, сиди здесь, пускай мышей ловит. Вообще кот на ферме — это хорошо. Чертей прогонит. Сорючка. Как хорошо он теперь живется. Там что там идет дождь? Где будем? Здесь или на улице? Там чуть-чуть только капает, чуть-чуть. Да, может, на улице можно выбрать. Так вот это надо сразу взять. Проверка других хвостиков, другой группы. Так красиво. Очень красиво. Заходим. Проверка хвостов. Ждем охоты. Так, это вчера покрылось. Я не знаю, можно ли это показывать, но вот это вчера покрылось. Вымя у нее можно сдоить. Смотри-ка, уже она меня пинает. Это или до покрылось, или будем ждать охоту. Вот, вымя есть, но здесь мало. Тоже. Они же с козлом гуляли. Ну вот это покрылось. Старенько. Так, эти молотки большие уже. Посмотрим. Возможно, придут в охоту, покроем. Чуть попозже. Все хорошо тут. Распушились. А она не комолая, прикинь. Да? Рога, да. Что растут? А мы не обезрожили, да? Ай-яй-яй. Я думала, она комола. Ну, мы уехали сразу, и ладно. А сейчас уже поздно, да, ее обезвоживать? Ну, наверное. Вы что?
Так, у тебя молоко есть? Ну-ка, корми давай. Корми. Это не будет, да? Ну, давай-ка я попробую. Вот так. Корми вообще. Чужой козой. У Беллы молока очень много, я смотрю. Она прям... Но она не хочет чужого козленка кормить, но ей придется. Просто, да, вот их мамка, она как-то носит и плохо себя чувствует. Молока нет, и она не дает. А у Беллы молока, я смотрю, очень много. Молодец, Белла. Тихо. Ну, чуть-чуть хоть и... Сейчас она грамм 300 накопит себе желудок. Потому что эти же жирные, да, я смотрю, у него опять вымя полное. Он идет другой пацан. Давай. Не бойся меня, не бойся. Ты пугливый. Вот так вот. С другой стороны, ты же не маленький. Другой. Один раз в день покушает молока. Смотри-ка, много у Беллы, на четверых хватит. Вот эти, потому что сытые. Беллы, за что? Это не мои Ничего, дети. Один раз покормит, пока мамка не восстановилась. Молодец, Белла. Молодец, Белла. Кот тоже хочет, походу. Ну, ой, я ну все, отпусти, они высосали 100% много. Отпускай. Они высосали свое. Немножко хотя бы полакомились. Все, теперь будут к ней приставать, ну, наверное. Ну, пускай пристают. Угу. Типа новая мамка. Ну, потому что они этот, голодные, видно по ним. Вот эти веселые, они даже сеном не интересуются. Местечко для кота. Мог остаться. Хотя мы его, по-моему, снимали. Ты что, тут спишь, что ли? Рича. Рич, директор. Последний раз, да, мы пользовались, когда ты самый. Помнишь, да, наверху? Кто мышей ловит? Он здесь спит, да? Да. Он залезает. Он днем спит на этой, а ночью почему-то на куртке. Вон там теперь. Потому что там, наверное, дует, сетка стоит. И он прячется туда вот. Там туда пленка. Да тут, конечно, ему вообще разгуляться есть где. Ну вот я сегодня утром пришел, а он на куртке спал. Зайти хотите, да? Ничего, скоро будут денечки. Будет все нормально. Вон очередь. И это по старшинству вторая и третья сзади. Ну что? Скоро будут денеки, будет тепло, хорошо. Это козочка рогатая, правда. Козел, козочка. Молока полно у первокоток. У этого много молока. У этой много. О, вот это надо сдоить. О, кстати, Саш, надо будет подоить. Вот, у этой козы, у нее одинец, и он сосет одну долю в уме. Не надо вторую подаивать все время. Вот это вот ошибка. А у нога больше. Вот. Вот эта доля, если ее не доить, то будет мастить сразу же. Там чего у меня такое? Сейчас будем доить, вон, перекошенное вымя. Да, ждет вон. Дойку ждет. Ага, смотри. Глаза светятся. Ну давай, будем доить тогда. Так. Надо станок делать уже. Ага. Тихо. Вот как у тебя тут наполнено. Сейчас мы еще молоко это белое дадим. Может, она захочет. Парное молоко, оно... Ну, какой хороший вымер, типа, вообще. Сейчас надо будет скоро этот сделать. Козлятник, да, есть? Угу. На ночь, получается, мы будем отсаживать козлят, а с утра доить. И будет этот... О! О, да, сидит, ждет. Вот так вот с утра будем доить, а потом уже козлята будут кушать. Потому что я молока смотрю много. Его звать не надо. Вообще как колбаска уже стал ты, да? Тут у тебя целый ресторан. Ну, я говорю, у него первое, второе, третье. Все виды. А тут еще, наверное, облизал эту, да? Соду. Дробленку. А соду здесь? Это сода, да. Это на вечер. Ой, вкусняшка. Ему самый кайф-то, когда она парновая, тепленькая. Да. Жалко, она не купила молоко. Я даже, кажется, загоревшая чуть-чуть.
Ну, конечно, по всем соскучились, но погода просто жесть. Я заболела сразу же. То есть мы приехали, я замерзла в Чебоксарах, Саша тоже замерз. Но он посопливил, а у меня температура, все сразу. Так вот, такая вот грязь нас встречает. Там не мусор, там электропастух. Грязь, слякоть. Погода ужасная. После солнечного моря очень непривычно. Сейчас пойдем к лошадкам. Самый прикол, вот по такой вот грязи ходить вот в такой обуви. Это нормально, потому что в резиновых сапогах у меня ноги мерзнут. Оказалось, что носков теплых нету. А зимние все порвались, мы выкинули, и мне приходится ходить в кроссовках. Я не знаю, нормально это для деревенской вообще жизни или нет. Сейчас пойдем к лошадям, но что я вам хочу сказать. Единственный, кто меня хорошо встретил, это Лана и козы. Почему я говорю про себя? Потому что, ну, то есть Саша, он отдельно заходил, а я вот как зашла, как бы мне плоховато было, пошла домой спать. Дома я спала, Саша, в общем, на улице был побольше. А я этот, с температурой дома была. Вот, идут. Ой, слушайте, у нас что-то тут мусор. Мусор есть, надо убрать. Ну чего? Лошаденке мы вообще пофиг. Доки. Ну, доктор вот. Доктор меня точно узнал, 100%. Вырос доктор, какой большой мальчик стал. Да, доки. Кто меня еще узнал? Это доки. Ау! Ты посмотри-ка! Бляха, он меня укусил прямо до кожи. Вообще больно. Ау. Это позволять? Я никогда такое не позволяю. Ты посмотри, он меня прям... Он меня сейчас до синяка укусил. Сейчас кто-то получит у меня вот этой палкой. Хопа. Кусается он. Ты посмотри-ка, а? Давай, иди. Такое поведение вот с палкой у меня не то, чтобы я хочу его побить, а у лошадей я просто показываю ему, что у меня есть свое пространство, прогоняю. Если я смогла его прогнать, значит, у меня есть на то сила какая-то определенная, и он должен об этом знать. Да-да-да, ты мне больно укусил, ты посмотри-ка, что, а? Да-да-да, давай-давай. Давай-давай-давай-давай, иди. С лошадьми все понятно, я вообще в зимней куртке хожу. Такая у нас погодка. Козы меня сразу узнали. Вот, Сашу-то, я думаю, нет, потому что он так-то не подходил, а я к козам прям зашла, со всеми поздоровалась, они меня все сразу узнали. Короче, все нормально. Кто переживал насчет животных, им вообще все равно, были мы или нас не было. Что собакам, что и лошадям. Абсолютно, да, вообще, как сказать, это наплевать. Короче, что нас не было. Если бы мы не приехали, похоже на то, что нас бы даже никто не искал. Такие вот дела. Сейчас перфоратор включим, они раз побегут. Открывает. Так, это, наверное, отнесли. Раз, да. Открывает. Можешь в это сложить, туда, в это. Где вон там и фото? Опа. Нет, опа. Они как-то запасы близко, нет? Открывают, да? Ага. Сейчас откроют опять. Пройдохи только те еще они. Раз, еще посильнее открывают. Ой, вы черти еще такие. Хуже собак. Противный дождик, да. Не видно. Ну, вон, может, а то, что доски, они мокрые, ничего? Плохо. Плохо? Плохо. Плохо надо. Надо это, укрыть их шифером. Пока не пользуемся, надо укрыть. Так, где же море? Где а? Же море? У-у-у, дождик пошел. Сейчас пройдем. Ладно, на такой ночи скажу всем пока.
Погода ужасная просто. Мерзость. Видно, нет, как он капает. Такой мелкий, с ветерком. Это вкусно пахнет, влажно. Такой прям мокротой пахнет. Надо подышать. Всем пока, в общем, увидимся в следующем ролике.